Всем привет, с вами Pixel, и мы продолжаем квалифицироваться в CSGO. Сегодня нас уже повысили до более высокого ранга. Я уже вижу по ребятам, что это какие-нибудь калаши, наверное, может даже выше чуть-чуть. А может все-таки не калаши. Ну, в общем, не знаю, нас должны были повысить. В принципе, скорее всего, так это случилось. Поэтому сегодня будем играть очень аккуратно, очень, так сказать, сейвово. Ну, как сейвово, очень. Будем играть на хорошем уровне, в общем, как-то так. Эх, не успел я выстрелить. Ну что ж, начинаем. Hello, guys. Hello. Со всеми поздоровались. Один уже русскоговорящий есть. Это, ну вы поняли, да, второй человек после меня. Мы короли, у нас еще короля. Коронка, все дела. Будем нагибать? Будем нагибать, я пойду через мид, если ребята пойдут на Б. Надеюсь, что-то получится. Надо быть готовым ко всему. Что выйдут с шарта, что выйдут с мида. One shot. Так, я пока контролирую туннель здесь. Мне здесь достаточно удобно все будет контролировать. В принципе. Челик тут отыгрывает не очень аккуратно. Я здесь одного шотнул. Второй куда-то ушел в центр. Блин, он меня убил. Я немножко ошибся. Надо по-другому чуть-чуть сыграть. И было бы все норм. Но я ошибся, и мы из этого проиграли. Ну как, мы раунд выиграли, в принципе, вообще пофиг тогда. На то, что получается, но... Ситуация была не самая лучшая, я мог бы выиграть в 2-0, а не в 1-1. И это было бы намного лучше. Так, ну что, покупаем фанган, не играем мы сегодня на такую нереальную победку. Ну блин, ребята уже посильнее, это заметно. Заметно. Придется идти вместе с ребятами. Потому что вариантов нету других действий. К сожалению, почему нету других вариантов действий? Гляньте, все проверяют, все чекают. Вот, смотрите. Я пока просмотрю заднюю стенку, чтобы, если что, проконтролить все. Блин, мне ставят хэдшот. Ой, как же неприятно. Но видите, даже насколько уровень ребят выше тут стал. Ну, сейчас ничего страшного. В принципе, дроп возьмем. Всех разыграем, победим и все такое. Такс, что у нас получается пока что? Ну, все. Как бы мы всех убили, всех проиграли. Челик, кстати, вот тот, который с нами поздоровался, играет на счет 4-1. Ну, он играл через калаш, там, в общем, играл с фулл-закупом ради счета, да. Но ничего, как говорится, сейчас мы просто все нормально сделаем. Так, сразу пойдем откинем смок на мид и будем стараться выйти на шорт. Не знаю, будут ли пацаки поджимать с противоположной команды шорт. Есть такая у них возможность. Поэтому в этом плане нужно аккуратно действовать. Конечно же, на шорте в первую очередь. На шорт чистый, заходим. Заходим на адеквате, ну в принципе тут тоже ничего нету. Откидываю коктейль на шорт. Ну мало ли, здесь может быть кто-то будет. Убиваем его. Один в сити. И один не знаю где. Двое в сити. Добиваем, в принципе. Ничего сложного. Ну, я, конечно, хорошо играю. Намного лучше, чем другие. Поэтому не мне сложно сказать, насколько играют противники хорошо. Ну, я всех хэдшот просто убил. Не оставил ни шанса. Но, в принципе, пока что есть, то есть. Играем сейчас точно так же. Пока что я вижу, что никто из них на шорт не ходит. В плане того, что пушить его хотя бы, да. В принципе, может быть, сейчас будет кто-то шорт контролить, но не так основательно, как до этого. Также постово будем занимать его. Может, не настолько прям. Так, все, в принципе, отыграли хорошо.
Опять же откидываю коктейль на отдаление, на отбиение шорта. Не буду его... А, там один челик остался, но тут уже выбора нету. Нужно действовать. Нужно действовать адекватно. И убиваем его. Ну блин, а он таки в нас раз попал. Ну странные противники, действуют неадекватно немножечко. Могли бы действовать более адекватно, так надо купить пистолетик. Купим дигл, наверное, хотя он не очень, конечно, удобен в плане быстроты действия и быстроты наведения. Но что есть, то есть. Возьмем смачок и пойдем опять же откидаем мид и продавим шорт. Шорт очень легко давить, у них вообще никакая защита. Я не знаю, где они умирают. Я с молоком не попал. Меня бы за это наказать надо. Но меня никто не накажет пока что, да? Пока нет. Фух, вот это быстро навелся, это хорошо. Вот это я ошибся, ребята, так никогда не делать. Я, короче, думал, они ушли вниз, то есть они ушли в этот сейв, да? Они вдвоем взяли и вышли. Они адеквате. Это была моя ошибка, я неправильно прочитал противника. Так вообще лучше никогда не действовать. Лучше чекать все-таки через свою голову, через маленький контроль. Капец, у нас один на базе крутится. Нормально, да? Ладно, не будем его чекать. Блин, как же я зафейлил, ребят. Так никогда не прилетит. Ну, шорт у них держит какой-то бот. Так, я не знаю, что сделать, ребятки, чтобы вам этого не показывать. Спинбот. О, сейчас. А, короче, забейте. Просто ждем. Что будем с ним делать? Давайте напишем. Base. Ребята, извиняйте за эту штуку. Я немножко сейчас сверну, чтобы у вас эта вся фигня не лагала. Надеюсь, у вас она сейчас не лагает. Ой, ну, конечно, это бред, то, что сейчас случилось. Давайте обозремся назад, посмотрим. Нет, все лагает еще. Давайте, пусть картинка повисит. Потому что это бред, вот эту всю фигню смотреть. Такс. Такс. Нет, ждем. Ждем. Сколько там? 2 секунды осталось? Все, закончилась эта фигня. Давайте подождем быстренько. Сейчас начнется раунд, и я вернусь. Вот, все, можно возвращаться. Отлично. Так, покупаем все. Я не знаю, что с чем чуваком. Возможно, он просто залагал. Возможно, еще какая-то причина. Просто подождем. Я не могу ничего сказать по поводу читов. Я в них не разбираюсь, к счастью. Или к сожалению. Поэтому как-то так. Сейчас, можно, скорее всего, на шарте будет у нас проблема, поэтому нужно играть очень аккуратно. Через шорт, когда их будем отыгрывать. Отыграю через коктейль. Убил, нормас. Мы всех убили здесь. Чекаем как надо. Синий челик у нас стоит на респе. Инфы пока что нету. Нет, есть у нас одна инфа. Он... Ласт стоит где-то там. В туннеле. Го, сейчас просто на чек его сделаем. Фу, капец же, он чуть не убил меня, вы видели? Вот это скилл. Вот это скилл. Ну хорошо, хоть и стреляю хорошо. Нельзя все-таки разминки делать. Не знаю, поиграем пока с этим ботом. Если еще будет ситуация такая, что мы останемся четвером, то можно будет его кикнуть. Не знаю, кикать, не кикать. Нам-то пофиг. Можно, я так думаю, лучше сейчас подготовиться, ожидать шорт. Нет, можно не готовиться. Интересно, в ловер таннел туда выйдет? Ну, короче, зря я шорт не пушу. Какой-то странный у нас зеленый, честно говоря. Я поставлю бомбу, чтобы больше очков дала, чтобы мы быстрее побеждали. Надо сейчас все очень аккуратно делать.
плане того, что может быть кто-то на шарте. Я сейчас так это топчу, или как там называется, топы. Капец. Наверное, мне казалось, кто-то в миду был. Или показалось? Нет, не показалось. У-у-у. Блин, ну короче, жесть. Нас вынес челик. Ну, почти вынес. Нет, этот кик... Давайте в него кикнем. Выгнать игрока. Подождите, а что, у него ник другой, что ли? Малиновый закат, ага. Ого, кикнем. А то меня задолбал уже. Не знаю, никто, наверное, не мог просто тыкать. Так, а ну го, так поиграем, короче. Все нормально. Я правильный смок, я откинул. Поиграем через слоу мод. И что это было? И что это было? И что это было? Блин, это челик шарта просто. Он дикий. Это, походу, какой-то бот. Я не знаю, вы видели, что он сделал? Он такой вышел, присел так медленно, непринужденно. А я потом я зафейлил, когда два челика по миду начали бежать, я зафейлил. Это, конечно, была моя ошибка. Одного этот челик убивает. Он не очень играет пока что. Хотя при этом держится возле моего уровня, да, там. Много киллов, но мало смертей. Но он неправильно играет, вы видите, в плане того, что он выходит... Как сказать, не очень аккуратно. Я бы на его месте в этот момент уже стрелял на префайре. То есть, когда вот где выходишь, ты... Ну, то есть, чуть-чуть заранее нужно все-таки в этот момент и стрелять. Потому что это самое важное. Потому что так ты можешь убить человека, который на тебя смотрит, чуть быстрее. Ну, вот смотрите, опять он халяву делает. Ну, реально он халяву сделал. Грубо говоря, да? Ну ничего, сейчас мы, так сказать, откомбэчим. И все будет нормально. Так, нам нужно сейчас опять купить наш девайсик. Покупаем. Покупаем затар обычный и покупаем дигу. Блин, сколько у нас денег, капец. А уже мало, кстати. Уже 4000 осталось. Бот Йоги у нас появился. Йоги, привет. А у них, кстати, тоже бот какой-то. Игрок Wooden покинул, да, эту игру, и игрока выгнали голосованием. Походу, слышите, ихняя команда такая решила. Ну чё, у вас один вышел, у нас один вышел, все нормально. Так, идем на адеквате. Чекаем все позиции. Блин, да что ж мне так не везет? Ой. Убиваем там челика в спину. Где мой аук? Вот мой аук. Ну, не аук, а СГшка. И сейчас просто убьем последнего челика с помощью бота. Интересно только, где он? На лонге. На лонге, так на лонге. Ну, его убивает авик наш. Ну, блин, вы видели, как этот челик нас убил эмочкой? Скорее всего, он стоял в ближней дистанции. Надо все-таки кидать в смог. В дверь, а не как я кидаю его через, получается, как его, я смог кидал в прошлый раз в щель двери, то есть, чтобы сейвиться от авика больше, но теперь будем кидать его в дверь, надеюсь, я попаду, конечно, не очень я профессиональный смог, не, точнее, короче, забейте, не очень я профессиональный смоги кидаю, но вроде бы в этот раз попал нормально, нет. В этот раз там чувака не было. Что с ним не так? Что с ними не так? Они что, боты? А, ну, это называется, нас повысили, ребят. Играем против каких-то неадекватных, которые могут только спину убивать.
Да блин, ну все... Да блин, да что с ними не так? Что за неадекватные противники? А почему мне на карте показывало его совсем в другом месте? Ой, как же мне эта игра без... Я тупанул, я, короче, думал, там дикой. Нет, надо все-таки... Тут это не тот уровень, где кидают дикои. Люди даже про них не знают, что это такое, и... Короче, easy game, да, ты бот, easy game. Ладно, собрались. Надо просто более адекватно отыгрывать. Я скинул бомбу. Поставил этот, и сейчас надо просто адекватно отыграть. Вот этого челика в миду, надо его запомнить и против него отыгрывать правильно. Смачок я кинул в этот раз правильный. Блин, нельзя погибаться здесь. Иначе можно получить пулю шальную. Ой, как мне эти челики задолбали. Топовые, да? Как они меня уже бесят. Я чё, своего не убил, нормас. В практике пишет, что он на тест-павне. Террорист. Чем тут сидел, с эмкой? Last long. With op. He's pushing. Короче, как-то так. Короче, как-то так. Может, он подрубил? Гляньте, как он присел, да? Слишком беспалевно он присел. Блин. Ну, я могу сказать, ребята, что он слишком беспалевно присел. В плане... И вот как он на меня вышел, то есть... Странные действия он делает. В общем, странно он себя повел. Возможно, он подрубил все-таки валхак. Возможно. Но это не точно. Но... Го играть дальше, в принципе, ничего страшного не случилось. Мы побеждаем, как всегда, уже 10-1. Денег нету, правда. Печаль, беда. Счет, конечно, не самый лучший. Ну, много фейлили, да? Бота законтролили неправильно. Теперь он будет бегать куда хочет. Хотя нет, вроде бы подключился он к команде. В миду стоит кто-то. Проконтролим сейчас этот момент. С помощью флешки. Вот это я зафейлил, ребят. Вот это я зафейлил очень сильно. И, короче, капец. Что сказать могу. А, блин, это пулемет, который плохо стреляет. Я пойду сначала за дропом. Заберу на шорте дроп. Блин, не смог я добить. Что, авик у этого челика был? Погоди. Блин, ну короче. Фигня. Фигня получилась. Денег нету. Вот проблема. Ну, мы сделаем обычный закуп, только с беглом сыграем. Скину дроп оранжевому, побежит. Что, дропа мне не дадут? Вот бомжи, а. Дропа не дали. Какой дебил так коктейль кидает? Мне показалось, или на шорте кто-то был? Ой, как же мне горит этот бот. Еще один. Да откуда столько? One short, one lower tunnel. Короче, вы поняли, да? Просто унизили меня. Боже, вы гляньте на них, да? Какие же они отбитые. Какие же они битые. Может, реально через лонг играть? Вот что у них в голове? Почему они так играют? Видите, они просто бегут. Они никуда не смотрят, никакие позиции не чекают. Никуда не стреляют, они просто бегут. На смерть. Ладно, гость сыграем, не знаю, там.
Вообще не знаю, что сыграть. Гост сейвится, короче. Потому что они, смотрю, начали меня рашить. Я не могу из этого счет нормально сделать. Боты тупые, блин. Еще на коктейль туда попал на 15 кп. Бот меня не слушается. Да ну за что? Да ну за что? Да что с ними? Too short. То есть вы видите, да, ситуация? Трое против меня одного выходят, и выходят они не в адекватный тайминг. Блин, почему? Как они вообще держат этот тайминг? Вот я когда ожидал их, да, они решили такие, нет, мы выходить не будем. Кстати, видите, как он через стрелял через коктейль? Скорее всего, у него читы. Скорее всего, волхак. Но он все равно бот. Выживай, он все равно бот. Может быть, желтого волхак, давайте кинем ему бан. Кстати, мне сегодня опять пришло уведомление о том, что Valve благодарят меня за то, что я, типа, жалуюсь на игроков, потому что реально там читеров нашло. Типа, они побанили игроков за читы и благодарят, типа, меня за это. Ну, как-то так. Конечно, опять я запылил. Ошибочка большая, небольшая была. Возможно, стоит идти по лангу, потому что... Ладно. Сейчас подумаем. Вот это дроп. Вот это дроп. Вот это дроп. Вот это расщедрился, а? Зубик кидайте. Убили мы этого? Ставлю бомбу. И добиваем. Эх, не успел я добить. Не, на халяву двоих убил. Это нечестно. Ну, блин, пацику просто везет. На халяву челика убивают. Эх, а это, считайте, были два мои кило. Обидно. Ну да ладно, пофиг. Го дальше играть. Вот, Йоги. Йоги хорош. Йоги уже двоих убил, и то я убил. Когда играл за него. В одном раунде всего лишь. Больше не дают за Йоги поиграть. Да? Оранжевый АФК. Это проблема. Мы сейчас будем попадать, попробуем кого-то убить. Я сразу ухожу на шорт. Не знаю, куда пойдут эти челики. Наш в меду кого-то убил, лол. Не вижу ни пока никого на шорте. Не знаю, кстати, где лучше будет отыграть. Кстати, нашего челика убивать на лонге. Шотаем. Нормас все. Не знаю, может шорт под пуш. Скучно как-то. Не чекаю основные позиции. Боже мой. Я так испугался, когда он на меня посмотрел. На года что-то он жалобу отправил. Странный. Фармганчик прикупили и погнали. Да, фармганчик. Ёпта. Знаете, это тоже неплохо скопилось. Давайте флешечку купим для стабильности. Бот у нас здесь зашкирился, будет сейвить меня немножко. Если мне не шотну, да? Ну, короче, я не буду играть на дальней дистанции с этим фармганом, хотя это было бы правильное решение. Че он с армором был? Непонятно.
Последний где-то на этом. Найти бейзи. Вы видите? А, он в этого стрел. Ё-моё! Чуть не убил меня. Капец, как опасно было. Благодарим этого челика, дропнем ему шикарнейший дроп. Гляньте, он эмку. Вот и какой плохой. А мог бы забрать дроп хороший. Так, ну, фасевана хватит. Дипуза есть, погнали, короче. Погнали. Так, ну что? Вот у нас решил шот попушить. Надо ему захелповать. Я его остановил, короче, сказал, не-не-не, ты не иди туда. Там плохо. Ой-ой-ой, ты чуть... Я, короче, отвлекся немножко. На этот, на радар. А, блин, что с ними не так? Что за странные пацаки? Ну, короче, как-то так. Интересно, мы заняли топ-1 или нет? Блин, нет, этот челик... А, нет. По скиллам, ну, по киллам мы все-таки заняли топ-1. А, блин, не везло, короче. В принципе, катка опять очень изичная получилась. Все было легко, непринужденно. И нам остается две победки. И будет... Что вы думаете? Да... Будет, наконец-то, калибровочка. Не знаю, кто нам попались. Очень интересно. Может, калаши хотя бы попались? Ну, по идее, должны были быть калаши или даже... Ну, либо один калаш, либо два калаша. Ну, игра. Кстати, вот видите, тут как бы есть, ребят, ранги. Нет, ничего нету. Ничего не показывают. Блин, обидно. А должны были быть калаши, наверное. Эх, не бустануло нас. Ну да ладно, пофиг. У нас сейчас 4-й ранг. Нам нужно получить 5-й ранг. Ну, скоро получим, да, в принципе. И у нас будет... Останется, получается, до 21-го ранга уже немножечко. 16, да? Да, 16 останется, чтобы получить Twitch Prime на халяву. Поэтому, ребятки, на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.